В одном из самых старинных городов Среднего Урала сыграли свадьбу в народном стиле. Жители Верхотурья, история становления которого приходится на конец позднего Средневековья, не только выбрали наряды, характерные для того времени, но и учли многие народные традиции. Вышитые рушники, веселые звуки гармошки и даже богатырь в кольчуге в качестве одного из гостей. Много из этого кажется давно забытой историей. Но на сегодняшней свадьбе история оживает. Гостям и молодоженам сначала рассказывают о старинных традициях, а потом все отправляются в храм для того, чтобы принять участие в таинстве венчания. Решили венчаться, а венчаются как бы по древнерусским традициям, канонам. И вот решили сделать в средневековом стиле, чтобы делать так все как бы, не знаю, красиво. По уму. Да, по уму. Свято-Троицкий храм, ведущий свою историю еще с XVI века, в середине века XX служил людям в качестве музейной ценности и памятника архитектуры. Но уже 18 лет здесь горят свечи, снова звучит молитва и проходят богослужения.